Ника Сафронов, выставочный зал. Знакомимся с его работами в ожидании доклада к самому Якову. Так, задумчивый взгляд в будущее 13. Так, какая тильфа. Так, борца королевских кровей. Сатира, свой взгляд на сегодняшний момент, прошедший момент, как он видит мир. Из серии «Философские вечера» «Полнолуние», серия «Река времени», 17-й год. О, какая прелесть. Угу, ножник. Угу. Спанель времени эпохи Возрождения. 18-й год. Ну как, понравилось? Дама с веером. Понравилось? Ага. Я думаю, что не может понравиться. Да. Но это не копия, не оттиск. Нет. Ну, тут же это... Все, что на стене, все, что с этикеточкой, угу, это все его личное. Они многие подписаны, все как положено. Угу. Если рамка не съела подпись, это все его. Угу. Вот только то, что у нас без подписи на мольбертах, это его репродукция стоит. А вот это кто? Понятия не имею. Ага. Что-то американское. Что-то. Вот это, я же говорю, киноактер, который Тарантино снимал, содержимое пса. Не могу уже говорить по имени. Для меня не суть важно. Мы про нее гадали очень много, но работы не подписаны. Они нам так вот прислали как бы для антуража, для общего, чтобы понять, с кем он общается.